Слышали? Нас везут на отдых. На отдых? В путешествие! Е-ха! У Бонни был удачный день в школе. Появился новый друг. Нашего приятеля зовут Вилкинс. Привет! Он столовый прибор. Меня атакует паника! Осторожней! Поели мной суп, салатик, мороженку, может, а потом мусор. Свалка зовет! Свобода! Да что ж это? Disney и Pixar представляют. Поторопимся, мы его вернем. Бонни нужна любимая игрушка. Бонни, куда ты? Почему я должен быть игрушкой? Ты даже не понимаешь, насколько тебе повезло. Ты любимчик Бонни. А? Что? На ручки? Нет. Вперед! В атаку! Как теперь искать Вуди? Звездным зигзагом! Спасибо, внутренний голос! Бесконечность не предел! Подходи, кто хочет выиграть настоящего Базза Лайтера! Отпусти Вилкинса. Никуда вы не идете. Вуди, осторожно! Одно я знаю точно. Игрушки умеют попасть в историю. История игрушек 4. Мы тебе, луноход. Ты, видно, думал, мы тебя молча пустим на место главного приза? Забудь! Ты понял? Помогите выбраться отсюда. Я помогу. Пинком, понял? Бесконечность с полпинка. Бум! В вакууме никто не услышит твой... Писк! Хорош! А ну пусти!